Айди же ты джедай, ты собакам корму дай. Айди же ты джедай, ты с собаками погуляй. Айди же ты джедай, ты собакам корму дай, да? Собаки, собаки. Стоп. А почему не засчитали тот секрет? Had better learn to decorate prison cells. Gringos with anything if they ask, see? But there's one last thing I gotta sing about. Open up wide and really shout! Oh, look out! This is the best! Smokin'! И здорово, чуваки, с вами Стой Гопник, и мы опять играем в Wolfenstein 3D. Или Spear of Destiny. Да, смотрите, тут видите, тут одновременно объединилось уже. Тут же изначально типа написано Wolfenstein 3D and Wolfenstein 3D медленно перетекает в Spear of Destiny. Spear of Destiny, по сути, это, ну, вы знаете, наверное, те, кто в танке, я могу сказать, что это Spear of Destiny, это, по сути, продолжение Wolfenstein 3D. Типа, после убийства Гитлера, я не понимаю, зачем четвертый эпизод создавать? Ну, типа, его приспешники, которые мстят за его убийство, скорее всего. По факту, я думаю, в реальности, если бы так сработало, типа, Гитлера все боялись, типа, и, типа, если его убить, то по факту, они такие, все, спасибо, спасибо. Но нет! Те, кто прям предан этому нацизму, фашизму, они такие, а хер там, будем убивать. Нам типа нравилось так жить, богато, шикарно. Но мне кажется, что Гитлер все равно некоторых своих солдат не щадил, как Сталин иногда наших. Ну, насчет Сталина отдельная история, не буду в политику древнюю вдаваться. Древнюю, старую. Чпохи. Я заговорился, что даже, ну, благо у меня тут интернет открыт. Так, SOD 03, значит. Map SOD 03. И GVR. Я без бессмертия сегодня играю. Как выпадет, так и выпадет. Погнали. Очень аккуратно надо быть. А мы будем сразу двумя. Сразу двумя этими. Ах, танк. Где они? Я не буду уходить. Где они? Сейчас выйду, они меня застрелят. Ты такой глупый, как они думают. Так, сколько монстров? 57 и 5 секреток. Ага, сука. За каждым вот этим вот крестом может таиться какая-то секретка. Может даже здесь. За стенкой, за любым этим может находиться. У меня уже 47 патронов. Вот я не экономлю это. О. Ну. Ключик у меня и так уже был, этот золотой. Патронов было лучше. Немного этого. Ладно. Так. О. Как
раз. Так. Так, собственно, правильно иду так. А там кто-то сзади. Нет? Ладно. Серьезно? Тут ничего. Ладно, идем дальше. Никого? Значит, тут не все, не просто так же все тут. Где-то тут, скорее всего, есть. Проход тут где-то есть. Просто не может быть, чтобы просто так. Может, и некоторые комнаты иногда бывают, что просто пустые комнаты. У них просто какая-то декорация заложена. Ладно, еще логично, что там сокровища, хпшки или патроны лежат, еще ладно. Еще можно понять, для чего эта комната предназначается. А пустая комната, где только одни скелеты, как вы вот видели в прошлой комнате. Да, и у одного чувака я заказал реакцию на это. Ну, не на это конкретное видео, а просто на какой-то там летсплей по Wolfenstein'у. Один из давних. Относительно. Он сказал, ну у тебя свастика, типа, за это могут забанить. Не знаю. Геймплей, если я понимаю, если сам нарисовал эту свастику там, тогда еще понимаю. Ну а типа если она в игре, типа за это не должны банить. Но на всякий случай, типа. И тем более геймплей, и тем более с моего канала. Но если какой-то там интересный видос, возможно, он бы посмотрел. Но у меня интересные, они длинные. Не, могу ему, конечно, предложить, типа, посмотреть этот. Собственно, опять-таки, тот прикол про ученого. Ну, те, кто не смотрел. Смотрите, видос «Я ученый». 7-секундный, но за 7-секундный ролик 100 рублей. Типа, минимум 10 секунд. Типа, только самый минимум. За 10 минут, я хотел сказать не 10 секунд, 10 минут, да. Самый минимум 10 минут, и типа, за 10 минут надо 100 рублей платить. Ладно. В итоге мне пришлось заменить это... Вместо реакции на геймплей по... геймплей... летсплей по Wolfenstein'у, так, ну ладно, тогда отреагирую на Пашку. Он отреагировал, и я думаю, ему даже понравилось. И что удивительно, он, скорее всего, да, ему даже зашло, потому что он даже знает кластера. Лёху кластера. И потом еще, когда он после того, как он отреагировал, он написал, Леха Кластер как раз таки тоже стрим начал заводить, такой, о, прикинь, Леха, на тебя даже реакцию, я заказал одному чуваку реакцию на канал, на ролик Пашки, в котором ты принимал главную роль. Основную роль, главную, основную, неважно. Короче. Да ты сука, сейчас дохну, сколько врагов еще? То есть каждый враг надо, короче, сейчас аккуратненько, вот так вот, хоп, аккуратненько. Каждый враг может меня убить. Ну да, у меня тут уже все есть. А все, что ли? Здорово. Так, это рискованно. Так что лучше огнем пользоваться. Вот огнем, если я буду пользоваться. Ты чё, тихо, тихо, тихо. Огнем. Огонь мне ничего не сделает, в отличие от ракетницы. Ракетница рядом... О, выход! О, секретка. Возьмем секретку. Ну тут выход, ну... Так, стоп. Так, чуваки. Рискованно, но я... Я пойду дальше в поисках. Ну тут, конечно, нежелательно бы это делать, потому что мало ли, может враг выскочить, откуда не возьмись. Но раз тут я ходил, тут ничего нету, значит, там где-то в другой стороне враг. Хотя резко может меня сейчас убить. Да. С чего? Тут я запомнил, где выход или не запомнил. Как можно адекватно понять, где выход? Как?
сюда идти, идти, идти. Ага, выход там. Все. За золотой дверью выход. Все. Стоп. Не туда. Все. Идем сюда и открываем все эти двери. Ну, конечно, идут, секретка найдется. Переключаемся на два пулемета. Но, скорее всего, тоже это может быть секретка, так что ищем везде. Собаки некрещенные. Собаки сутулые. 17 врагов, 17 монстров. Короче, все каждую стенку проверять. О, ну конечно. Стоп. А почему не засчитали тот секрет? Я же еще секрет открыл, или это был первый секрет тогда? Нет, разве? Я же открывал секрет. Нет? Показалось? Ладно, показалось, так показалось. Тут всего-то ХП. Ладно, нету, так нету больше. А если тут? Нету, ладно, идем дальше. Так, идем обратно на выход. А тут тоже может быть супудово. Секретка какая-нибудь. Если тут открыл, значит и тут тоже. И вот тут. Нет, нету. Ладно, идем дальше. Ага, так и знал. Не можешь же просто тут сокровища лежать и без чего-либо присмотра. Что зря я это делаю. Ну жажда секреток и прочего, прочего, прочего. Жажда. Хотя бы жажда. Жажда убийств на 100%. О! А у меня два патрона. Иду тут еще. Нет? Причем да, тут. Вот тут как в этом. Как в бункере 3D. Или в лаборатории 3D, где патроны, ну кроме ракетницы, одинаковые. А вот в третьей части замок 3D на Java. Там уже нету такого. Стоп, по-моему, я пошел. Не стоп. Стоп, стоп, стоп. Да-да-да-да-да. Я тут не был. А, не был. Ну если я тут был, тут все открыто, значит. Да. Так, я не открывал еще двери здесь. Везде пути открывать, везде смотреть. Все тихо. Весь сюда. А, сука, так и знал. Так, ну если за свастик, перед свастикой стоит стол, то значит тут нету секрета. Чтобы закрыть секреты от меня. Так, ну что, еще до секрета где-то валяются. Где конкретно, без понятия, ну. Так, тихо-тихо. Здесь, скорее всего, нету неровным счетом нифига. Ну ладно, возвращаемся, ну, резко могут враги появиться, но это вряд ли. По факту я все открыл. Тут уже все. Все, что можно, я открыл. Ну, конечно, ну, может быть, в каком-то конкретном коридоре тут может быть враг неожиданно появится. Это вряд ли. Скорее всего, остальные враги в секретках прячутся. До которых я не собираюсь доходить.
короче, все, тут, если я сюда зайду, тут все легко догадаться, где что, куда идти. Идем вот так, по этой кишке сюда. Все. Ну и в этот лифт. У меня нет другого выбора. Сейчас я все открыто, 82% убитых, 40% секреток и 90% сокровища, 94% сокровища. Ну ладно, пока что это все, пока.